Здравствуйте. Сегодня мы говорим о книге, которая при первом контакте может отпугнуть. Но важно не пойти на поводу у этих эмоций. Мария Степанова написала романс. Именно так она обозначила форму текста, который называется «Памяти памяти» и является попыткой написать историю собственной семьи, мгновенно приходящей к вопросу о самой возможности сохранить память о прошлом. Это была цитата из аннотации с обложки. После процитированного читать действительно страшно. Думаю, что это какое-то эстетское произведение, в котором обычному человеку и не разобраться. Но за этими заумными определениями прячется один из лучших российских романов последнего времени. Мария Степанова – поэт. «Памяти памяти» – ее первое прозаическое произведение. Автор на примере истории своей семьи создает эссе о памяти, прошлом, взаимоотношении с ним. А поскольку предки Степановой жили со своей родиной одной жизнью и попали едва ли не во все передряги, которые обрушились на Россию за последние пару веков, то книга получилась еще и про историю нашей страны. Самое главное – это прекрасно написанный и интересный роман. Пусть основной темой и выбран феномен исторической памяти, но автор настолько деликатно, что дает нам возможность получать удовольствие и от самого текста. В книге семейные истории, воспоминания, даже описание фотографий. При этом автор признает, что все эти свидетельства отнюдь не приближают нас к истинному пониманию прошлого, которое все отводит и отводит ложку от загодя разинутого рта. В одной из глав описана поездка в Саратов. Степанова заходит во двор, где вроде бы жили ее предки, и даже вспоминает свои детские впечатления о жизни здесь. Но спустя несколько дней выясняется, что жила она совершенно в другом месте. И все, что якобы вспомнила, не происходило никогда. В общем, как говорит роман, территория памяти населена проекциями, фантазиями, искажениями, фантомами нашего сегодня, обращенными вспять. Но еще раз повторюсь, пусть вас не пугают подобные рассуждения. Это в первую очередь отличный текст, к тому же современный. И в подтверждение еще одна цитата. «Фейсбучные фото как зеркальце из сказки, хотят убедить человека в его неуязвимости. Регистрируя поневоле новые морщины и тени, они все же пытаются настаивать на том, что люди в сегодняшнем зеркале – это все еще мы. Что я по-прежнему всех румяней и белей и почти не изменилась с позавчерашнего дня». Роман «Памяти памяти» удостоен премии «Большая книга» за прошлый год. Надеюсь, вместе с жюри этой премии мы убедили вас, что эту книгу Марии Степановой надо прочитать обязательно.